Это яркие личности, обладающие благоразумием и рассудительностью. Значение буквы «Т» говорит не только о склонности к размышлению, всестороннему обдумыванию как философских, так и житейских проблем, готовности помочь, но и об упрямстве, гордости и независимости, а вследствие этого склонность к ошибкам, не всегда правильной оценке своих сил и возможностей. Если на предприятии раздали под участки землю, первым обнесет колышками свой газон тот, в чьем имени есть звук «Д». Правда, сначала обнесет, а лишь потом задумается, в состоянии ли он эту землю обработать. Они уверены в себе и эгоистичны. Представители этого имени стараются прежде всего доставить радость другим, даже ценой собственной независимости и отказа от собственных желаний. У этого имени очень сильно развиты интуитивные способности, они отличаются повышенной чувствительностью, эмоциональностью, нежностью, склонны проявлять сострадание по отношению к окружающим. Бывает ярко выраженное отсутствие снисходительности и толерантности, излишняя робость, создающая проблемы в общении с окружающими, так как выражать свое недовольство они умеют только в агрессивной манере. Значение буквы «Ю» символизирует упрямство и настойчивость, взрывной темперамент, непредсказуемость, желание выделиться из толпы, стать центром внимания. Буква «Л» в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Внешне человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Носители этого имени с буквой «В» возможно ждет отход от истины к заблуждению. Кроме того, они иногда находятся в вечном поиске чего-то, что понятно только им. Блеск, искрометность – вот впечатление, которое оставляет после себя обладатель этого имени. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Покорить обладателя этого имени можно только делом, а не страстными обещаниями. Звук «В» указывает, что обладатель имени изобретательно пользуется коммуникабельностью и внутренним единением с природой. Иногда носители этого имени способны к довольно жестоким поступкам. Стремление к материальному достатку подстегивает, побуждает к действию. Букве «А» свойственна сила и лидерство для этого имени. В любви часто капризны и нуждаются в человеке, способном управлять отношениями и принимать противоречивый характер партнера. Гласная буква «А» придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Этому человеку важно найти свой собственный путь в жизни. Носители этого имени умеют подстраиваться под других людей. Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении, поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.